Югорских учителей хотят освободить от излишней отчетности. Обсуждение законодательной инициативы сегодня прошло в Ханты-Мансийске за круглым столом. В совещании приняли участие депутаты, директора школ и общественники. Как отметили сами педагоги, количество требуемой отчетности только увеличивается. К примеру, по данным регионального департамента образования, каждому учреждению за учебный год приходится сдавать от 27 до 43 видов документаций. Значительная часть времени уходит на их заполнение. Также бумажная волокита актуальна и для врачей. В планах экспертов обратить внимание на бюрократический вопрос и в здравоохранении. Нагрузка колоссальная. Уже есть и такие вопросы, а когда вообще детьми заниматься, когда, в принципе, учитель должен заниматься своей непосредственной деятельностью, да, заниматься нашими с вами детьми. Поэтому поступило, это еще 3 года назад было дано поручение президентом, да, ну, на сегодняшний день колоссальных сдвигов мы никаких не видим. На региональном сайте партии «Единая Россия» можно высказать свое мнение по поводу законодательной инициативы. Сбор предложений продлится до 28 августа. Далее, как сказали эксперты, будут приложены все усилия, чтобы эти предложения нашли отражение в региональном законе.